Да. Ветер, рыба, жопа, жопа, рыбы нет. Короче, жопа. Это очень аккуратно, чтобы он не похудел. Пока его тащат, да? Не нервничал. О, кабанчик, о, кабанчик, о, кабанчик, классный. Давай комментируй! 19-130. Не дотянул. 19-130! Рекорд побили свой личный. А, ну свой, да, 19. Свой личный даже побили. Да. Даже мой побили. Да? Ну нам вдвойне приятно. Тихо-тихо, держи его, тихо. Отдохнул уже. Выбиваем. 12-440, да? 19? 12-440. А еще знаешь, какая есть классная традиция? Я видел у англичан. Я так и знала. Класс, супер. Освежили двух. На, давай, водиться. Двух карпов сразу освежили. Перегреется. А ты считай башмак. Башмак верни. Подожди, не поднял еще. О. О, тебе все довольны. Все карпы, все три карпа довольны. Красотень, красотень. А похож на тебя, кто-то говорит. Похож, да? Да, похож. Такие тоже. Туменко меня не поймет потом. Через 5 лет будет 25. Да. Будет. Толик, смотришь, да? Да. Мы дальше пойдем. Да, не мы уезжаем тоже. Мы вас загоним. Да. И солнце поверни его. Да. О. Вода, так, вода, да. Я, вот вам вода, пошла развешивать. А то от Миненко уйти там, да? Все, выпускай. Выпускаем? Выпускаем. Да. Комнату выдать. Давай. Оп. Ё-моё, что-то холодно там, присел я. Класс.
Здрасте. Хаевский. На ночь. Чуть-чуть решили укрупнить фракцию. Выкинул ведерко пшеницы. И сверху решил докормить двумя жменьками бойлов. Ну, чтобы красиво там они лежали. На горе с пшеницей. Или как таких собирал. Ракетка в ракетку. Могла бы и клюнуть. Под ракетку. Угу. Клюнула уже. Друзья, четвертые сутки пошли. Или заканчиваются уже? Да. Утром будут четвертые сутки. Закончится 21 сентября озеро Медвежка, Донецкая область. Сегодня такой знаковый день для нашей команды. Наконец-то, спустя 3 года, мы побили наш личный рекорд. Выловили карпа. 19-130. Правда, были еще пару поклевок, возможно, более крупной рыбы, но резкие бровки, ракушка, и случились обрезы, мы не смогли вытащить эту рыбу. Но все равно 19-130. Подустали, конечно, очень много приходится кормить. Турнир очень интересный формат. По 7 крупным рыбам ехали сюда просто отдохнуть, половить крупную рыбу в таком режиме курортном, но не получается в курортном режиме у нас ловить. Все равно мы то ли по привычке, то ли понимаем, что надо много кормить, особенно крупную рыбу, и очень устаем. У нас еще тем более ночной сектор. Нам всегда нравился, и мне лично очень нравилось это озеро только за то, что здесь не клевало ночью. Но за последние годы ситуация изменилась, и рыба стала намного крупнее, сильнее, и ночью стало клевать, и днем кормим целый день, а ночью ловим, и поэтому силы немножко покидают нас, поэтому у меня такое немного вечернее философско-томное лицо. Но 19-130, это была классная рыба, я думаю, вы увидите ее не только на фото, но и на видео. А если кто-то приедет сюда, то, возможно, и поймаете. Здесь есть более крупная рыба, и амуры огромные за 20 килограмм, и карпы за 20 килограмм. Но пока такой у нас рекорд, 19-130. Поменяли прикормочную программу. Все-таки формат такой немножко для нас новый. Мы привыкли ловить всю рыбу подряд. Много кормить, сортировать ее по точкам, по насадкам. Отлично здесь воздух, классно, особенно в соснах, как будто на курорте. Как я уже сказал, формат для нас новый, непривычный. Мы привыкли ловить всю рыбу подряд, а здесь 7 крупных рыб. Здесь надо менять немножко тактику. Конечно, мы стартанули, как это привыкли мы делать. Поймали быстрых 7 рыб, это оказались амуры, они здесь очень классно клюют на зигрик, очень такая веселая ловля, бойкая. Всем рекомендую, кто еще не пробовал этот способ ловли. Но все-таки 7 крупных рыб, и сейчас у нас есть 2 рыбы
по 12 с копейками, и их надо перекрывать более крупными рыбами, потому что мы боремся за призы, и в призах, я думаю, поучаствуют все, кто поймает рыбу от 15 и выше. И есть несколько команд, 4 даже или 5 команд, которые могут за последние сутки поймать несколько крупных рыб и подняться на турнирной таблице. Поэтому мы поменяли прикормочную программу. Мы, конечно, ловили сегодня на зигрик одной палкой, чтобы нам не скучно было для тренировки, отрабатывали различные составы прикормок, но ушли в дно, ушли в более крупный фракционный корм, более длительные паузы делаем, новые смеси для стиков. Добрый вечер. Для стиков новые смеси под крупную рыбу. И вот как только мы поменяли, у нас было 3 классных поклевки, но одна реализация только всего была. Поэтому это рекорд, сразу рекорд. Как только получили мы приглашение на этот турнир, мы, конечно, уже читали о нем, что рыба здесь подросла, стала более тяжелой, сильной. После изнурительного спортивного сезона, где мы ловили мелкую рыбу, и не всегда даже ловили, а чаще кормили, и тяжело было проверить наши новинки. И специально сюда мы привезли наши новые продукты, которые мы обкатывали уже не один сезон, чтобы еще раз убедиться, как они будут работать по крупной рыбе. Я очень доволен, что у нас наконец-то получились те же вареные бойлы, которые, скорее всего, в 2018 году уже все-таки поступят на прилавки магазинов. Всем привет, кто ждет 3 года. Насадочные бойлы, пылящие поп-апы, новые жидкости. Ну, то есть программа отработала хорошо, я доволен, потому что рыбы большие, кушают много, и мы видим, что они кушают. Видим это в мешках, на мате. И, конечно, я очень доволен новыми зерновыми, не только в которые у нас новая линейка в консервированных банках, но и новыми смесями, которые мы привезли сюда для тестирования. Рыба очень хорошо отзывается, и амуры в восторге. В этом плане я очень доволен, и вся команда наша отработала хорошо. Ну, у нас еще все-таки есть сутки, даже больше, и надеюсь, мы перебьем наш рекорд и еще выйдем в эфир. Так что оставайтесь с нами, будьте здоровы. Повторить? Да. Ветер, рыба, жопа, жопа, рыбы нет. Короче, жопа. Большая, рыба есть, но мелкая. Рыба есть, но мелкая, большой нет. А можешь выбросить? Отлично! Нет. Незачетный. Тут лопан. 12500. 12500. Но это уже не зачета. Но рекорд наш. 12400 у нас получается, 12500. Да. Поплыл красавчик. Возможно, крайняя рыба турнира. Пузатик. Почти 14 килограмм. Почти 14. Был 14, но очень обильно. Пока кулил. Пока кулил. Красивый. Хвостиком. Тихо. Его как борца просто на мат. Да. Ну, давай. Уч! Я его поближе покажу. Уч! Уч! Тихо. Тихо. Бум. Бум. Хватит его заглаживать. Медвежонские пузатики. Такой серенький, видишь, глубинный. Да. Дальние бровки серые такие клюют. Ну красиво, как бы на эту сторону. Да? Пошел. Кто там пошел? На леске опустился, он же раз по леске. И пошел. Мы его забагрим еще раз. И улучшимся.
Блин, 10 минут назад закончились соревнования. И вот она, тяжелая рыба. Мы еще результаты не знаем, поэтому... И мы знаем, что мы точно не первые, не вторые. Третий или четвертый, или пятый. 17 сектор, неизвестно, как отловился. И вот она, рыба тяжелая, прет. Нам она так нужна была. Но после финиша поклёв. Незачетная рыба. Соревнования уже закончились. Соседи поклевка. Что там, кабанчик? Закончился турнир на озере Медвежка по 7 крупным рыбам. И вот этот красавец, 13-килограммовый, которого мы назвали Херес. Потому что он клюнул после финиша через 10 минут. Очень долго сопротивлялся. Мы думали, что нам не хватит именно этой рыбы до призов. Была очень интересная напряженная борьба. Сектор 26 за нами через один. Ночью сегодня взяли бигфиша. 20 килограмм, 480 грамм, обошли нас, кинули на третье место, но вроде мы должны продержаться, еще не видели финальный протокол, поэтому этого хереса 13-килограммового мы отпускаем назад. Посмотрите, какая здесь большая сильная рыба. Это рыба меньше среднего веса рыбы в озере. Средний вес это сейчас 14 килограмм, если смотреть по протоколам. Отпускаем ее назад, приезжайте на Медвежку. Ради этих рыб стоит сюда ехать. Ловите рыбу, отпускайте, всего доброго. Увидимся. Друзья, прекрасно, прекрасное озеро. Мы обязательно сюда вернемся. Херес. Друзья, мы еще здесь. Мы не просто обозвали рыбу херес, я своему напарнику доверил в качестве дегустационных напитков выбор. И его выбор пал на массандру, херес, ужасно крепкая, это портвейн, да? Разбавляем его пепсиколой. И вот в мешке, в котором охлаждали бутылки, осталась эта этикетка, которая прилипла к карпу. Когда мы открыли, посмотрели, что на нем этикетка херес. 13 килограмм карп херес, он ждет вас здесь. Занимает команда Ленинка Тинка. Второе место с результатом 112 килограмм 520 грамм и бигфиш турнира 20 килограмм 480 грамм занимает команда «Три богатыря». Победителем турнира с результатом 119 килограмм 740 грамм получается команда «Метеор».